укрепляя икроножные мышцы, мышцы спины, потому что правильная посадочка. Держать спинку ровно детей учит квалифицированный врач Ирина Куницына. Говорит, больше 10 новых тренажеров стали доступными больным. Они укрепляют все мышечные группы и улучшают подвижность. Здесь сразу массируются несколько областей. Стопы, допустим, если плоскостопие или травмы. Кисти рук, если спастика или травмы. Спина, мышцы спины, укрепление мышц спины идет при нарушении осанки. Вот, мышцы тазового пояса. За 30 лет существования детской больницы Новошахтинска ни разу не было капитального ремонта. Пока велись работы, педиатры принимали и лечили своих пациентов в других медучреждениях города. Стационары разбросаны по различным поселкам, поликлиники в разных поселках. Родителям очень неудобно было добираться. А теперь все будет сосредоточено в одной поликлинике. Здесь будут все специалисты, все диагностическое оборудование, лаборатория. Переоснащены кабинеты невролога, окулиста, отделения физиотерапии. В больницу приходят новые специалисты. Совсем недавно появились травматолог, ортопед и уролог-андролог. Здравоохранение города сегодня имеет все основания претендовать на уровень межрайонного центра. И детская больница может сегодня оказывать помощь не только жителям Новошахтинска, но и рядом расположенных территорий, и использоваться и как основной стационар, и как резервный в случае необходимости развертывания дополнительных коек. Татьяна Быковская заверила, скоро откроется новое отделение медицинской реабилитации детей с неврологическими патологиями. Новорожденным будут уделять особое внимание. В декабре текущего года завершится капитальный ремонт Новошахтинского роддома. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главные новости.